So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done, I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, and suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes. Deep down in dreams like there's no tomorrow, there's just right now, 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 now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, 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 down. So hands up, when music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body, swear I've seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes. Провести вот это первое занятие? На самом деле нет. То, что я реально понимаю, что мы здесь собрались для того, чтобы работать над собой, чтобы совершенствоваться. Я чувствую, что я могу быть таким проводником, да? Даже для тех, кто пришел в первый раз. Возможно, было немножко сложно, я согласна. Но я надеюсь, что это все во благо и что не было никаких болевых ощущений. Уже есть первые да. результаты. Я хочу быть стой, вечно стой. Молодым. Да. Все. Поехали, поехали, немножко проигдаться. Пока скорости, дай мне скорости. Дай мне эмоции. Как в школе там все. Под спальным коленом. Он показывает, как не нужно делать после занятий йоги, после шаманства. Сука, мой бог, блин! Это правда, fuck it, ты йога! Я тебе нигер, мадафак! Пусть камера гамару! Подожди, ты решил сделать, кот стой! Попробуй на камеру снять. Это все в йогу, это войдет. Это долг! После йоги. Сука. Главное, зуб не злой оставил. Все, снимай, снимай. Дай ему камеру. Я продав. Понятно, что ты настоящий шоумен, конечно, тебе заниматься. Впервые на йоге это очень трудно, действительно. Ну такой шок сможешь. Вроде бы простые достаточно упражнения, но выполнить их правильно, в полной мере, действительно очень трудно. Я сказал, ну и тоже. Поэтому это реально, потому что это реально трудно. Это круто. Приходите. Да, очень важно, что тренер дает расслабление, значит, да, согласись со мной, да? Сейчас.
последняя часть занятия очень много зависит от тренера. А в первую? Да. В первую мы сами все сделаем. И вот, в общем, да. Замечательное занятие, не первый раз на йоге, тем не менее, что могу сказать, что для меня самое важное, чтобы тренер имел какой-то индивидуальный подход к каждому, когда такая небольшая группа, то приятно получить это индивидуальное внимание, и не было абсолютно ощущения, что первое занятие у Александра было ощущение, что он уже уже есть. И очень, да, приятное ощущение после, приятное ощущение во время, вообще здорово, классно, и всем рекомендую.